Праздничная неделя, согласно традициям, делится пополам на узкую масленицу первые три дня, в которой еще можно хозяйничать по дому, и широкую, последние четыре, в которой также по традиции нужно отдыхать. Для горожан и гостей Брестский городской парк станет основным местом праздничных гуляний во время щедрой масленицы. 11 февраля в воскресенье брестчан ждет мероприятие «Здравствуй, масленица». В парке будет работать четыре основных площадки. Это беседка, городской модуль, театр эстрады. И в этом году у нас открывается игровой городок «Масленичный разгуляй», на которых будут работать зазывалы, реклама от спонсоров проекта, будут различные забавы, конкурсы, призы. С 12 часов на основных площадках парка развернутся массовые гуляния с конкурсами, концертами, веселыми аттракционами. Брестчанам и гостям города предложат отведать блины, поучаствовать в различных конкурсах и просто отдохнуть. Впервые масленичный городок откроется на месте танцевальной площадки. Нам большую помощь оказывают студенты университета. Нас будет где-то примерно человек 60. Мы пытаемся воплотить хороводы. Это будет в народных костюмах, народные обряды, хороводы, флешмобы, в которых мы будем вовлекать всех гостей города Бреста, жителей, ну и горожан, которые будут приезжать к нам на масленицу. Последний день масленичной недели приходится на воскресенье, 18 февраля. В этот день в парке также пройдут массовые гуляния «Прощай, масленица». Завершит праздник традиционное сожжение чучела зимы.